В наше время тяга студентов к конвертируемым качественным знаниям вполне оправдана. Хочется учиться в лучшем вузе и получить образование европейского уровня. Знаменитый военмех всегда считался институтом, где воспитывались инженеры высокого класса для нашей оборонной промышленности. И сейчас Балтийский государственный технический университет не только держит свою марку отличной высшей школы, но и интегрируется в мировое образовательное пространство. В частности, БГТУ вот уже 10 лет обучает часть своих студентов по российско-норвежской программе. Параллельно с основным образованием обучение по этой программе проходит на иностранном языке, после чего выпускники получают второй диплом европейского образца. Я очень рада тому, что в нашем университете развивается такое тесное сотрудничество с норвежским университетом. Эта программа дает действительно необходимые в настоящее время знания по экономике. Надеюсь, что в результате обучения, то есть по окончанию программы, у меня будет возможность продолжить обучение в Норвегии. Ну и, конечно же, что это даст мне возможность устроиться на хорошую работу. Good morning and welcome to this conference. 20 и 21 сентября этого года в Санкт-Петербурге прошла третья международная научно-практическая конференция «Образование и исследования в сфере бизнеса. Опыт и проблемы». Конференция подвела итоги десятилетнего российско-норвежского сотрудничества в области образования между БГТУ и Норвежским региональным университетом города Буде. Основная тема конференции – итоги и дальнейшее развитие российско-норвежской программы обучения студентов военмеха. Эта программа вообще выходит за рамки традиционных программ, которые реализуются в различных вузах. Наши студенты, которые учатся по совместной программе, в частности, Master of Business Administration and Engineering, 2 года назад получили возможность в рамках нашего университета получать второе высшее инженерное образование после того, как они получают диплом инженера. И это очень важным является фактором, очень важным таким стимулом для дальнейшей нашей работы. В рамках российско-норвежской программы за 10-летний период 40 студентов военмеха получили второй диплом в Норвегии и более 500 студентов – сертификаты Норвежской школы бизнеса университета города Буде. Программа эта заслужила одобрение и высокую оценку Министерства образования Российской Федерации. И вот в целях развития бизнес-образования в России и научных исследований по методологическим проблемам организации такого бизнеса предусмотрен целый ряд мероприятий, которые успешно выполняются. Данная межнациональная программа может стать той моделью для нашей высшей школы, которую в дальнейшем можно использовать в области развития европейских межвузовских связей. Вопрос идет об интеграции в мировую систему, например, не только России. Россия заинтересована в том, чтобы наши специалисты были подготовлены на мировом уровне вот в вопросах экономики в частности, но кроме того и зарубежные страны, та же Норвегия, северо-западные регионы страны заинтересованы в том, чтобы не быть изолированными, и Россия интересный и полезный сосед для них, чтобы специалисты работали и в российском регионе. В век информационных технологий проблема интеграции наших специалистов в европейские страны весьма актуальна. Российский выпускник вуза должен быть подготовлен так, чтобы эффективно работать в иностранной фирме. Поэтому российско-норвежская программа и дает такой комплекс знаний, чтобы будущий инженер, экономист, менеджер с полуслова понимал сотрудника западной компании и свободно ориентировался в европейском бизнес-пространстве. Эта программа предназначена именно для тех молодых людей, которые готовят себя к тому, чтобы работать на международном рынке разделения труда, к тому, чтобы не комплексовать при виде партнера из иностранной компании, а наоборот, быть готовым к созиданию. И с дипломом такого уровня, конечно, наши выпускники будут востребованы на международном рынке труда, несомненно, в первую очередь. Надо сказать, что уже сегодня видны перспективы, которые позволят в настоящий момент реализовать вот тот потенциал, который имеют и российские учебные заведения, и региональный университет города Буде. Прямое отношение к российско-норвежскому проекту имеет Институт международного бизнеса и коммуникации БГТУ «Военмех»,
который готовит экономистов и менеджеров европейского уровня. По плану развития международного проекта вскоре и МБК с помощью норвежской стороны будет готовить и магистрантов. Я одна из первых студенток, которые вступили на норвежскую землю, королевство Норвегии. Я приехала туда в 96 году. Меня пригласили учиться на 2 года. Я с удовольствием отучилась. Это замечательная страна, замечательные люди. В данный момент я защитилась вот в июне этого года, защитила кандидатскую по теме предпринимательства, делала сравнительный анализ между Норвегией и Россией, которую собираюсь представить на этой конференции. Этот совместный образовательный проект охватил не только студентов, педагогов и ученых 2 университетов России и Норвегии. В реализации проекта приняли участие политические организации, власти и бизнес 2 стран. Положительно оценил этот проект премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. У норвежцев большой опыт по менеджменту, у русских меньше. И поэтому мы можем учиться у вас, и вы можете у нас учиться. Начали со студентов, а теперь идет и общее научное исследование. Так и надо. Эта программа признана лучшей не только в нашем городе, но, может быть, это одна из лучших программ в России, имеется в виду по конечным результатам. По ее значимости для студентов нашего университета прежде всего, значимости в зависимости от знаний, которые они получили, международного опыта, знаний международного уровня, которые так важны сегодня для нашей страны, для России. Ученый совет БГТУ ВМЕ по достоинству оценил вклад норвежской стороны в дело развития совместного образовательного проекта. За большие заслуги в развитии науки и международного научного сотрудничества присвоить профессору регионального университета город Буде, Норвегия, Фруде Меленвик, степень почетного доктора Балтийского государственного технического университета. Ректор Сенатус Университетис Техникам Балтикам и профессором Фрудес Меленвикус Дестинтиару Аупту Эда Коллаборационе Интергентес Инстиентис Бенимерикус.